На Кубани могут запустить авиарейс Сочи-Геленджик. Старт нового маршрута внутри региона на встрече обсудили глава края Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании «ЮТЭЙР» Андрей Мартиросов. Так, в этом году в преддверии курортного сезона перевозчик запустил рейс Сочи-Анапа. Направление сразу стало востребованным. С мая по сентябрь маршрутом воспользовались 17 тысяч пассажиров. Для нас очень важно сегодня развивать внутрирегиональное авиационное пассажирское сообщение. То есть мы здесь можем показать край отдыхающим с разных сторон, потому что разные курортные города – это разные впечатления отдыхающих о большом курорте под названием Красноярский край. И вот сегодня, понятно, нам это сложно сделать, только потому что, приехав в Сочи, приехав в Геленджик, приехав в Анапу, в основном люди видят только тот курортный город, куда и приехали. А они там проводят 2 недели как минимум. Авиационное сообщение с другими внутрикраевыми курортными городами, конечно, сегодня не хватает. Ведь мы сейчас говорим, безусловно, рейс Сочи-Анапа, Анапа-Сочи себя очень зарекомендовал. Я уверен, вот так же зарекомендует себя рейс Сочи-Геленджик-Геленджик-Сочи. Мы здесь не должны забывать и про Ейск. Там тоже, если совместными усилиями, надо посмотреть, насколько мы сможем и там запустить авиационное сообщение компании ЮТЭЙР Сочи-Ейск. Вот та инициатива, которую вы высказали на нашей прошлой встрече по поводу рейса Сочи-Анапа, действительно, она была поддержана пассажирам, это очень важно. Рейс практически отлетал все лето с почти полной загрузкой. Мы действительно подтверждаем, что есть серьезный спрос на перевозку внутри края. И по анализу нашему пассажиров на этом рейсе с постоянным местом жительства в крае было половина только. То есть 50% и более на некоторых, даже в некоторые периоды пассажиров это были туристы, которые действительно приезжают в Краснодарский край и хотят менять локацию во время своего отдыха. Это очень удобно для них. Новое направление из Сочи в Геленджик расширит возможности для отдыхающих. Туристы смогут во время отдыха с комфортом посетить сразу оба курорта, отметил губернатор. Краснодарский край субсидирует рейсы Краснодар-Сочи и Сочи-Анапа. Высокий летний сезон, эти направления полностью загружены. Вениамин Кондратьев предложил на встрече рассмотреть возможность осуществлять перевозки с июня по сентябрь на коммерческой основе. Со своей стороны регион сохранит субсидирование в низкий сезон. Рейсы Краснодар-Сочи, теперь уже мы говорим Сочи-Анапа, они востребованы, и практически там загрузка 100%, но точно выше 90%. Если подумать над тем, чтобы все-таки их перевести полностью как коммерческие рейсы в летний высокий сезон, а вот субсидировать в невысокий сезон, с сентября там, по май, а вот те средства, которые мы субсидируем, мы направим на другие внутрирегиональные авиационные маршруты. То есть в рамках такой достаточно подвижной схемы субсидирования выстроить наши взаимоотношения, исходя из того, что все-таки количество внутрикраевых авиационных маршрутов, конечно, мы должны расширить. Для компании ЮТЭЙР аэропорты Краснодарского края давно уже не просто точки маршрутной сети, а полноценные базы присутствия. Авиаперевозчик организует рабочие места и платит налоги в местный бюджет.